Мы очень рады вас быть. Я вот не в первый раз здесь, на этом месте. Уже, по-моему, третий раз. И мы всегда приезжаем с такой с духовной музыкой. На земле все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, будет счастлив всегда. У нас есть бессмертная душа, и у меня, и у тебя. И она бывает плачет и болит, она ищет Бога. На земле все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, будет счастлив всегда. С ним не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади. С ним не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади. На самом деле человек ищет мира, покоя в сердце. Ну и вот невозможно купить, подарить на день рождения, по наследству он не достается. Когда-то Христос сказал такие слова: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Я сейчас спою песню, которую написали цыгане. И теперь иная жизнь у тех цыган. Мир, любовь и ласка, доброта в сердца. Поют цыгане в радости, в беде, о своем любимом пастыре Христе. И поют цыгане в радости, в беде. Иногда, выйдя на улицу, мы можем увидеть такую картину, если поднимем взор к небу. Летит стая журавлей, и вот мы стоим, наблюдаем за этой картиной, и нам приятно смотреть. Но нам до конца не понять того состояния, которое переживают они вот при перелете. У них путь далекий бывает. И вот они летят. Кто-то долетает, кто-то изнемогает, а кто-то падает. Далеко журавли улетели, где поля, где леса, где порой бушуют метели. А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мощи, и присели они на поляне. Лететь журавлям, а лететь журавлям нету мощи, и присели они на поляне в лесу среди ночи. А на утро снялись, все на юг улетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одинок. Кричал и послед: помогите, пожалуйста, братцы, нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться. Он кричал и послед: помогите, пожалуйста, братцы, нету сил у меня, нету мочи на воздух. И спустились они, помогая усталому братцу, хоть и знали о том, что за цели непросто добраться. В небеса поднялась журавлей белокрылая стая.
не браться с собой, уносили на юг, улетая. В небеса поднялась журавлей белокрылая стая. Они браться с собой, уносили на юг, улетая. Последнюю песню мы еще вам предложим сегодня послушать, и время уже подошло к завершению нашей такой намеченной встречи. Эта песня будет звучать так: «Для тебя мир отдал Творец родного Сына. Для тебя и для меня Бог отдал Иисуса Христа». Для тебя в мир Творец отдал родного Сына. Для тебя, за тебя Иисус страданий чашу выпил, за тебя, о тебе Он Отцу молился в крестных муках, о тебе, от тебя до сих пор с любовью ждет ответа, о тебя неужели отдал в Мы очень благодарны, говорим вам спасибо, что вы пришли сегодня навстречу, были такими внимательными, слава Богу. Да благословит вас Господь!